понимаешь? Есть. В результате потасовки, организованной наемной охраной КУПРа, нам в штабную палатку был подброшен дипломат. Сейчас при свидетелях производится вскрытие данного дипломата. Засвечу. Жидкость. Неведомо по запаху. Пока еще не знаем, что по запаху. Сейчас мы его попробуем, понюхаем. Что это? Конетек. Нет, высоко берете, водка. Хорошо. Водка низкого походжения. Значит, на территории наметового местечка при вскрытии дипломата был обнаружен алкоголь. Продолжим далее. Это тормозок. Закуска, да. Стандартный набор провокатора. Жидкость. Протекая. Серная кислота. Ты думаешь? Не, вода. Водичка, наверное. Но, якби там серная кислота, то больше пива. И три зарядных устройств. А, также холодное оружие. Оружие. Рахується. Рахується. Тільки три пальці. Зараз все рахується. Розкрите. Розкрите, да. Заранее был открыт и подготовлен к действиям. Честно. Вот там вообще штучка. О, тут же цікаво. Якісь таблетки невідомого походження. Та ти хлопець вже наш. Так, документи на ім'я Коновалова Вадима Геннадійовича. Місто Хмельницький. Все, оперативна зйомка завершується. Все, що знаходилося у дипломаті, ложиться на місце. Не влізе, бо там. Я не забив, там вона десь забрати. Іди, встрічай бабло. Зараз. Понятно, до скольки забрать наш язык?